парень пришел, накормили, наелся, куча макарон, просто шикарно, ему понравилось. Ой, мне вообще понравилось, я очень давно так не ел, не знаю, когда-либо я ел так вообще. Мне даже язык уже стал заплетаться от того, что я съел. Все, что ты можешь сказать. Едь дальше. Адьос. Привет, Крым. Всем привет. Я приехал в Москву. Сейчас нахожусь в квартире родственников. Время 2 часа дня. И я выхожу гулять по Москве. Отдыхает двухколесный герой, который довез меня до Москвы. Еду в Кремль. Если верить навигатору, до Кремля еще около 14 километров. Погода хорошая. Дождя нет. Ветер есть, как обычно, конечно же, но ветер не особо не мешает. Тем более я сейчас без баула. Когда-то ехал с баулами под 20 килограмм и скидываешь их и едешь на своем велосипеде куда-нибудь, то велосипед кажется очень быстрым, очень маневренным. Так, всем привет! Я только что поспал, и сейчас наконец-то иду гулять по Москве. До этого я катался только по Москве на велосипеде. Но велосипед тут не очень удобный транспорт. Даже по самой Москве очень мало велосипедистов катается. И в центре, и не в центре. Ну, например, вот чтобы от дома родственников до Кремля доехать, мне нужно 25 километров проехать. Достаточно далеко, учитывая особенно, что поток машин большой, светофоры все время красным горят. Это учитывая того, что я обычно всегда на красный проезжаю, смотрю, машин нету, проезжаю. А так, если останавливаться, ждать еще, то это вообще долго. Ну, до Кремля я где-то часа за два доезжаю с пустым велосипедом. Поэтому лучше всего ездить на общественном транспорте, метро, например. Вот у меня карта безлимит я купил за 400 рублей на 3 дня. Причем можно вот хоть сколько кататься. 3 дня. Метро, автобус, троллейбус. Я даже еще ни разу не ездил. А, нет, один раз ездил. Да, пришлось. Вот, и все, я сейчас наконец-то вышел, время у нас. Вот я захожу в московский метрополитен, станция Марьино. Что-то, а? Да все подряд. Ай, блин. Он не с той стороны прошел. Это действительно? О, вот и метро.
Станция Марьино. Так, а нам надо... Нам надо к Кремлю, поэтому мы должны у кого-то спросить. Либо разобраться с ним. А, так. Где эта страшная карта метро? Надо ее найти. Та самая страшная, пугающая каждого приезжего жителя. Метро, карта метро. Вот она. Карта метро. Так, я нахожусь сейчас... Вот, Марина, я нахожусь здесь, а мне нужно быть где-то, короче, где-то в этом круге. Где-то здесь Кремль, ну, я так понял, вот здесь вот самый центр, скорее всего. Так, ну, попробуем на, наверное... О, Александровский сад, это Кремль как раз. Вот в Александровский сад я поеду. Следующая станция – Братиславская. Я приехал, ехал я минут 40 где-то, сейчас вышел на станции, не помню, на какой станции я вышел, но в общем тут рядом Кремль, сейчас я иду в Кремль, в следующий раз, похоже, возьму с собой книжку, потому что 40 минут где-то ехали, или больше может даже, примерно где-то около 40 минут. Так, батарея на телефоне уже на 30% минимум посажено. Скоро будет 40%. Хотя я вроде-то особо-то и не тратил батарею, ничего не снимал, не пользовался телефоном, а нет, уже почти все. О, а вот здание Государственной Думы. Так, это вот у нас. Вон сейчас будет надпись. Можно вот так вот заснять. Оп. Так. У нас Государственная Дума. Когда вы едете по трассе М5, М7, ну и прочим федеральным трассам, там знак есть с километражом, где написано расстояние до Москвы. А от какой конкретно точки это расстояние? Я вот все время ехал и считал, там 100 километров осталось, 50, 30. А вот эта точка, она находится вот здесь, рядом с Кремлем. Вот он, нулевой километр. Может, у тебя интерес такой? Так, это, похоже, здесь традиция такая, нужно монетку бросать, да? Здесь монетку, да, нужно бросать или что? Нулевой километр. А, вставать и монетку бросать. Так, все, я понял. Так, я достаю монетку. А, надо монетку вставать. А как это нужно делать? Подходить, вставать, бросать и заново, что ли, поднимать или что? Нет. Ложки поднимать. А? Не поднимать? Нет. Это мать только вот. А вы вас хотел терять. Это радость желание. Подождите, это только вы можете. А... Да. Только кто может поднимать? Задай желание, кидай монетку. А, загадовое желание, так. А назад кидать? Так, желание я придумал. И думаю, вы его знаете. Девочка загадывает желание. Процесс. Вы видите процесс загадывания желания. Похоже, очередь надо быстро, быстро подходить. Так, фотографирую. Так, да, вот, похоже, так, вон, надо бросить, и по головешке упал. Или упал. Так, так, все, а мы идем дальше.
Это у нас какой-то вход, неизвестно куда. Ну, для меня неизвестно куда. Так. Ладно. Спасская башня. Что интересно, тут у Кремля я второй раз. И тут одни иностранцы. Вообще почти нету. Почти нету людей из России. В основном одни иностранцы. Можно спросить. Вот вы откуда? Можно? Sorry? Where are you from? Netherlands. Как? Netherlands. Amsterdam. Окей. I speak English. I don't speak English. Very bad. Вот. Не знаю, откуда он сказал. То ли Нерленд, или Норленд. Сейчас. Вот, спросим. Нет. А вы откуда? А, вы с Калининграда. Ну, это тоже почти за границей, ну, по сути-то, да. Вот, вот этот парень откуда? Where are you from? Ты откуда? А? Казахстан? Вот, Казахстан. Казахстан. А вы откуда? Можно узнать? Я с Луганской области. Откуда? С Луганской области? Ух ты, вот тоже за границей. А вы откуда? Я с Курганской области. Я сейчас в Крым еду. Но не через Луганскую область, а... Ну, понятно, да. Через Луганскую, через Таганрог. Ой, не знаю. Да. А я в Санкт-Петербург поеду. В Санкт-Петербург? Да. А у вас это тоже как путешествие? Да. Как? Потом в Карелию. В Карелию? Да. Это на машине, да, все? Нет. На чем? Это, ну, на покупках ездить. А, автостопом? Ну, почти. Через Блаблакар. А, обалдеть, нифига себе. И как вообще так путешествовать? Я на велосипеде путешествую, нет. Да на велосипеде уже поздновато, на прохладном велосипеде. Ну, что поделаешь, я уже решил ехать в Крым, все, надо ехать. Я понял. Ну, так и я решил ехать, поэтому не поехал. Да. А Блаблакар, ну вот, а сколько так обходится, например, до Питера? Сколько километров, кстати, примерно, не знаете? До Питера почти 800. Ого. А даже, вот так даже вот, больше. Как вы думаете, это? Вот на Блаблакаре сколько так примерно обойдется? Я смотрел 1000. 1000? Да. Ух ты, а если на поезде? А, там, а смотря на каком, да, тоже? Да, скорее всего. Да-да-да, Сапсан, и то там вообще дорого. Ну, зато быстро доедет. О, обалдеть. So far. Far. Far away. How many kilometers? 13,000. Say when, now? Привет, Сафа Кулеба. Kisses from Argentina. Пока-пока. Так, нет, телефон резко прекратил снимать из-за того, что кончилась память. Я посмотрел, там только что 1625 фотографий и видео. Да. Ну вот, можно еще у кого-нибудь спросить. Вот у них спрос. Ладно, не будем мешать фотографироваться. А вы откуда? Where are you from? Italy. Italy. Do you want a photo? Do you want a photo? No, I... Video. Ah, video, okay. Siamo? Dai. Guarda che falmone sto qua. Italians. A voi откуда? Where are you from? No. Не хотят сниматься. Так. Ну, короче, ладно, ко всем подходить не буду. Думаю, все понятно. Тут одни иностранцы. Иностранцы. Ну, тут еще то, что... Хотя... Ну да, сейчас люди только возвращаются с работы или на работе еще. Москвичи. И... Ну, и так-то им, наверное, в Кремлю-то неинтересно ходить. Это уже обыденность. Вот так вот. Так. О, вот мне интересно, вот собор Василия Блаженного, если не ошибаюсь, туда можно зайти? Нет сейчас? Людей нету, скорее всего, нельзя, но на всякий случай скажу. А вот это вот, кстати, памятник.
памятник Минину и Пожарскому. Мне в Нижнем Новгороде сказали, что этот памятник из Нижнего Новгорода. Его специально привезли сюда из Нижнего Новгорода, а в Нижнем Новгороде стоит копия. Ух ты. Так, это у нас... Зайти можно, да? А откуда заходить? А, уже нельзя вообще заходить. А когда можно? Арбат не местный Арбат, а просто Арбат. Ливень даже ночевал. Нет. Охрененно, что? Варианта. Да, это голубь не промыкает. А что за спальник у тебя? Спальник? Обычно какой-то дешевый спальник за 600 рублей. Я сейчас в нем не ночую. Он летний спальник, я у людей сейчас ночую. Просто приезжаю, говорю, можно спать ночевать. Ну, это писки, да? А? Писки. Не понял. Писки. Ну, короче, те, которые люди сами приглашают, себе как-то ночевать. А, типа каучсерфинг? Нет, я сам приезжаю и ко всем подряд захожу. Как кто это не пустит. Раньше во дворе ночевал в палатке, а сейчас этот... Холодно, я до сих пор осенний спальник не купил и захожу так напрямую. Ну, да он возьми военный спальник себе, возьми, как бы не парься. Я просто хочу еще тоже сейчас отправить снаряду, потом на Байкал. Да, ты куда? Ну да, я сам отказочек. Сейчас просто я хочу на работу здесь снимать, как бы, заработать денежку. Потому что мне снаряд надо полностью собирать, как бы. Что надо? Снаряд. Снаряжение. Да. А у меня Бэку 6 лет, по виду не скажешь. Кстати, да, ну ты покажи. Не скажешь вообще. Он уже перестопанный весь полностью. У него будто старше выглядит, а он с июля этого года. Ну, потому что грязь... Да, едешь, машина брызгает все время. А ты вот так смоленский, да, живешь? С деревни. А? С деревни. С деревни? О, я сам снимал. Сколько уж там путешествовал? Три года. Как тебя зовут? Коля. Коля? Очень приятно. Ильфат. Очень приятно. Три года? Автостопом? Да. А так куда вас путешествовал? Байкал, Урал, тот же самый, Крым. Но это до войны было еще. За всей Самарушкой. Потом было еще вся Белоруссия, Питер, само собой. Ну и так ходило еще. Офигенно, блин. А ты так чем занимаешься сам? Ну, работаешь или учишься? Я как бы пытаюсь, когда устроишься на работу, так и тогда работаю. Когда не работаю, просто я лопал переоткрываю. Что делаешь в путешествиях? А, ты, короче, как бы это, доезжаешь до какого-нибудь города, там поработаешь, накапливаешь денег и в путешествие, да? Блин, ну офигенно, слушай, крутой образ жизни. Просто на одном месте не ставил. И как вообще вот этот вот? Ну, некоторым людям не нравится, потому что есть такие свернутые люди, а некоторым, допустим, уважение как... Не, ну вот я уважение, респект, вот реально. А это помогает даже. А, вот, например, сейчас ты в Москве, да, решил поработать? Да, если там сезон, хочу сейчас отработать зимний. И Катикан. И как бы потом снаряд все собираю и на Байкал. А с Байкала еще дальше туда. Нифига у меня план, короче, весь Советский Союз объехать. Сейчас Россия называется, так Советский Союз. Мощно вообще. А этот, что, не группа ВКонтакте там есть? ВК есть. ВК? Какая? А, Коля Букатарь. Как? Коля Букатарь. Коля Букатарь. Это фамилия? Да. Так вот, заходите в группу Коли Букатаря. Коля Букатарь. Ну там маловато народа, правда, я как бы обычно... Вот, тем более заходите. А тебя как? Так, сегодня у нас четвертый или пятый день путешествия. Я приехал в хостел и поеду дальше послезавтра. Вот идет Алибек. Алибек из Казахстана. Привет. Это ты видео на видео? Да, хостел называется «Шоколад».
Сутки здесь вот такой. Так, здесь у нас 10 мест. Стоит 500 рублей. Вот здесь. Это не твоя тут сумка, да? Нет? Похоже, тут вот какой-то автостопщик остановился. Посмотрим, кто это. Сумка автостопщика. Книжки. Какие-то книжки интересные. Прикольно, так все стильно сделано. Так. Вот я только приехал. Только пришел. А, приехал, да, на велосипеде. Посмотрим. Так, это у нас кухня. Так, кухня. Холодильник. Посмотрим, что у нас хранится в холодильнике. Так, узнали. Идем дальше. Что у нас? А вот и кухня, вот и кухня, вот здесь вот все, посуда, плита и так далее. Так, вот Wi-Fi, это что у нас? А, сортир, везде сортир. Hostel Bookers. Так, посмотрим, что у нас находится здесь. Так. Так, я нахожусь в хостеле «Шоколад» и встретил тут замечательного человека. What's your name? Клифф. Клифф. Клифф, yes. Клифф, он едет из Голландии, да? Из Голландии, он путешественник, у него... Он только что мне показал свой маршрут, у него вообще кругосветка получается. Я обалдел просто. Can you... Что? Say all... Так, страна кантри, да? Я что-то совсем... Кантри. Нет, все страны, вот, которые посетил, собирается посетить. Okay. I will say, my starting point was not like Holland, it was Morocco. Morocco, Spain, Portugal. Нет, путешествие его. Well, как? Start point was Morocco, Africa. А, start point. Start point was Morocco, yeah. С Марокко стартовал. Марокко, yeah. Обалденно. Spain. Испания. Португал. France. Belgium. Holland. Germany. Poland. Lithuania. Estonia. Latvia, Russia, let me see, Mongolia, China, Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar, Malaysia, Singapore, Indonesia, and then maybe Philippines. Philippines, India, Sri Lanka, Nepal. I'll try. Oh boy! It's all of Asia, like. Around the world. You look on the map. Adventure. It's like maybe 60% of the world or something. 70% of the world. How many countries you посетил? For this trip. Yes. Let me see. 26 countries in 1 year. 1 year. 1 year, yeah. 1 year. Maybe not one, almost 1 year. It's like 1 year of traveling. Because I think I will be in Thailand.
Thailand. I will be there in December. This year I will be. I will be in. You will be there in December. Yeah. I will be in China. In 3 weeks. 3 weeks I will be three in weeks? China. Yeah, 3 weeks I will be in China for sure. Two weeks. Так yeah. быстро. And then I'm 1 month in China. And then let me see, Vietnam 1 month. So I will be in Vietnam in November. So in 1.5 months I will be in Vietnam, in Cambodia, also somewhere in November, December. And for New Year I will be in Thailand. And when you end your adventure? End? What, I don't know. Yeah. I don't know when I end. It's very, very cool. And I will wait if I can open. Yeah, no. Pictures. It's Facebook. It's Facebook, yeah, of my trip. Офигеть, я... It's a lot, eh? It's a lot. It's a very, very lot. It's a very lot, yeah. And this was 2 weeks ago. You... This was 2 weeks ago. 2 weeks ago. 2 weeks ago in Holland. Holland? 2 weeks ago I was in Holland, yeah. I took the bus to Berlin, Germany. You... stay in each town two days, 3 days, yes. Moscow, 3 days. 3 days? Yeah, two, let me see. Friday, Saturday, Sunday. So 3 days. Kazan. Yeah, like half Monday in the afternoon and evening. Tuesday, Wednesday, so 2 days. Novi Sibirsk, only sleep to take shower. Just take shower and sleep, maybe take some pictures in Novi Sibirsk and sleep. And I take the next day I take the train to Irkutsk. Irkutsk maybe 2-3 days. Ulan-Ude, 2 days. Then Mongolia, 1 week, or 2 weeks Mongolia. And yeah, cool, very but in yeah. in Southeast Asia, like in Vietnam, I stay longer. I stay like because here, wait, here it's cold, and then the weather here from Beijing, it's getting warmer and warmer and warmer. Yeah. Warmer. Yeah, it's warmer. Yeah, here it's yes. still. If you go here, then it's 30 degrees, and it's warm. It is your baggage. It's mine, yeah. It's yes. mine, yeah. It's mine, cool, my cool. baggage, yeah. I have this. When I see... this baggage, I think that... I think that... They are some traveler. yes. So this baggage and the other one that's your how many kilograms? Kilograms, I think 12 or something. 12, 13, it's more. Yeah, it's here, it's five, maybe five. And this one. Раньше отправлялся в путешествиях такие. Yes, a lot. Yes. I've experienced in traveling. Yes, but this is the biggest one. This is the biggest trip of my life. In, было еще больше. Wait, the biggest trip. This biggest. Yeah, this is the biggest. This. Yeah, this is where I spent the Christmas. It's in Thailand. this what? It's Thailand. Thailand. Cool. And how many years you traveling? Traveling? Not all the time. Like now I'm traveling 1.5 years. Сколько я должен? Сколько я должен путешествовать? Ну вот так. I travel 1.5 years. One and half.
Полтора года. Yes. Cool. Where you work? And what are your professions? Here. Huh? No, I have business. Business. So web design and photography business. I make money while travel. It is. You make money in your travel. Yes. Как он? Freelance. Freelance. Yeah. Yeah. Cool. It's cool. Very cool. Yes, I make show me something. Okay. Five in Shanghai. Okay. Oh my gosh. Kun je net goed naar Shanghai gaan eigenlijk? Hoe kan dat niet? Nee, je kan niet. Shanghai is te groot. Je moet zijn Shanghai. Ja, je moet erin blijven. Je kunt wel Shanghai zien, man. Ah? И в Питере тоже такое вот ощущение какое-то. Надо попасть на хорошую погоду. А то есть пасмурно будет. Та-да-да-да! Мы достигли смотровой площадки. Ты видео снимаешь? Да. Давай, я помешу. Это Женя. Женя из Краснодара. Мы в Москве, но Женя из Краснодара. Да. Я себя сниму тоже. Та-да-да-дам! Подожди, где свет падает? Везде одинаково освещенность. Та-да-да-да! Так, значит, вот. Впереди мы видим Москву. Где Кремль? Кстати, может быть. Похоже на Кремль, вон там. Ну, как-то не очень светится. Мне кажется, Кремль лучше светился. Он на звезду не похож на Кремле? Ну, возможно, так вот. Возможно, что это Москва-Сити, но мы точно не знаем. Короче, вот, это Нью-Йорк. Возможно. Ладно, мы все равно никого не обманем. Это на самом деле Москва-Сити. Но... похоже на Нью-Йорк, хоть я никогда не был в Нью-Йорке, но как бы ассоциируется с Нью-Йорком. Да. А чем это здание похоже, знаешь, это здание парус? Оно где находится? Какое? Здание в виде паруса. Оно очень известно. Где здание? В гостинице. Ты должен был про это слышать. Я не знаю. Ладно. Но мы его увидим, да, когда в Москву-Сити будем? Нет, оно не в России, оно где-то... Подожди, а где? Ты сказала, ну, здание парус? Оно похоже на парус, который известный парус. Или мне так кажется, вон, которая справа вот так вот сделана. Ну... А, спиральная? Да. По спирали, да? Да, да. Я не знаю, это потому здание парус. Потому что оно мне почему-то навеяло про вот это здание парус. Но здание прикольное вообще, вот это спиральное прям. Офигенно. Ну, на сильно такой большой... Вообще, это на смотровую площадку-то особо не похоже. Я стою... Такая смотровая площадка там снизу. Москва где-то внизу, далеко. Слушай, ну... Это вообще какие-то... Воробьёвы горы, это должны быть горы, правильно? Горы — это горы, да. Но а это тут... не похоже на горы, это похоже на холмик. Да, это похоже возможно, на холмик. Мы не туда пришли. Ну, если так посмотреть, непонятно, где есть горы. Вот если туда еще забраться, это можно... Это да, так. Метро. Мы еще не проходим, сейчас будем проходить. Мы проходим сухие сваи. Блин, надо же будет наверху. Блин, с чего это наверху? А, на мосту надо быть, что ли? Нет, вон же, вон Воробьёвы горы. Нам там нужно быть. Подожди, по карте нам надо перейти. Ну ладно, сейчас там. Запись видео. Запись видео. Запись видео. Запись видео. Я звук выключил. Запись видео давно идет, уже 16 секунд. Ну, значит, видео хорошо началось. Так, мы идем по какой-то набережной. Какая-то набережная. Какая-то Воробьёвая набережная. Вон плывет баржа. Сейчас мы ее заснимем. А над баржей находится метро. Правда, а тут до сих пор идут Москва, споры, река. Метро это или не метро, но я считаю, что это метро. Воробьёвы горы. Вот и почему мы не доехали до сюда сразу? До слов Воробьёвы горы. Я не знаю, потому что нам посоветовали, что мы должны выйти на каком проспекте. Слушай, Ленина, вот так да? Вот река кажется узкая. Просто достаточно, баржа. А плывет баржа и теперь понимаешь ее ширину.
Да, ты вон туда еще посмотри, она там вообще еще шире. Ух ты, я думал, баржа там заканчивается, оказывается, она вот здесь заканчивается. Чуть даже не заметил. Мы отправляемся. Типа на Воробьёвы горы, но мы на самом деле на них не успеем, скорее всего, дойти.